Протесты обманутых дольщиков в Уфе принимают лавинообразный характер. Сегодня на акцию вышли дольщики СК «Квартал», который находится в самом центре Уфы, на улице Октябрьской революции. Дом этот строится уже 12 лет. Многочисленным обещаниям властей, сменяющих друг друга, дольщики уже не верят. Они вышли с требованием, они вышли с обращением к Путину, с обращением к Хабирову. Я так понимаю, что единственным путем решения по вот этому объекту является достраивание через фонд. Фонд этот бездействует. В общем, люди выходят на улицу с шариками, транспарантами и требованиями к властям. Сегодня проходит акция дольщиков СК «Квартал». Напомните, пожалуйста, хронологию событий, когда началась стройка и когда вам, ну, хотя бы в последний раз пообещали достроить этот дом. Изначально стройка началась в 2010 году. Я лично приобрела в 2011 году, когда моему ребенку было 2 месяца. Сейчас уже ребенок идет в 3-й класс. Бесконечно переносятся сроки сдачи. Дорожная карта каждый год переутверждается. В октябре 2019 года я была на встрече у главы республики с дольщиком. И Ради Фаритович лично сказал, что возьмет наш дом под контроль. И строительному сектору всему дал поручение сдать дом 30 июня 2020 года. Собственно говоря, поэтому мы сегодня здесь собрались. Все-таки надеялись и верили, что это поручение будет выполнено. Но... То есть я правильно понимаю, что по поручению не было сделано совсем ничего? По поручению практически ничего не было сделано. В январе месяце фонд местной республики подал заявление в арбитражный суд о том, чтобы принять права застройщика. 6 месяцев очень вяло текущие рассматривались и переносилось это дело. 10 июня текущего года принято определение судом передать дом. Всем нам известно, что определения арбитражного суда вступают в законную силу немедленно и подлежат исполнению. Но на сегодня уже 20 дней прошло, фонд не принимает дом. Ничего, это определение не исполняется. Поэтому, в общем-то, строительно-монтажные работы, конкретно постройки, никакие не начаты и не были сделаны за это время. Как вы прокомментируете отказ правоохранительных органов не то чтобы даже возбудить уголовное дело против застройщиков, но даже провести доследственную проверку? Просто это выглядит уже комично, когда получаешь отказ в возбуждении уголовного дела, и причина отказа потому, что подозреваемый не принес на себя доказательства. Ну, действительно, согласен, это смешно. Когда ты видишь причину отказа, что не принес доказательства, и правоохранительные органы бессильны, ну, тогда зачем они? Прокомментируйте, пожалуйста, заявление Ради Хабирова, которое он сделал, ну, пожалуй, что уже, наверное, больше года назад. В декабре 2018 года он сказал, что он точно знает, как решить проблему обманутых дольщиков. Как, по-вашему, действительно знает Хабиров, как это сделать, или все-таки мы можем сомневаться в этих его способностях? Ну, может быть, он и знает, но почему-то чиновники не знают. Да, возможно, ему нужно раскрыть эту страшную тайну для своих подчиненных. Да, наверное, надо разъяснить, потому что, судя по тому, что происходит в секторе строительства, в частности, в фонде Республики Башкортостан, которые по уставной цели обязаны защищать права пострадавших дольщиков обманутых. И за тот период, что они созданы, еще ни один объект не достроен, и ведется вяло текущее оттягивание всех вопросов, при том, что, в общем-то, люди получают хорошие заработные платы. Видимо, они не совсем понимают, для чего они созданы. Может быть, я даже думаю, что у Ради Фаритовича есть по всем объектам какое-то решение, правильное и верное, но оно, видимо, с подчиненными не согласовано или наоборот. То есть пока он держит его в тайне. Да. Понятно. И по поводу решения вашей вот этой конкретной проблемы этого объекта, я так понимаю, что единственным выходом для вашего объекта является достраивание через фонд. Дело в том, что в октябре как раз-таки прошлого года, когда был создан фонд, когда были внесены изменения в законодательство вообще во всей России, у нас было два пути. Либо нас забирает
фонд республики на достройку, либо нас передают в федеральный фонд. К тому времени, чтобы передать, у нас, в общем-то, было все для этого готово. Застройщик был признан банкротом, началось конкурсное производство. Юридически все моменты были готовы для того, чтобы нас передать в федеральный фонд. Но республика приняла решение, что лучше мы достроим сами. И по этому пути мы шли практически, с ноября месяца. И сейчас, когда должны были мы получить ключи, республике фонд говорит о том, что мы не получим, вообще не будем принимать дом, потому что мы ждем финансирования от федералов. Когда стали узнавать в федеральном фонде о состоянии вообще рассмотрения нашей заявки, первый ответ был, что республика отозвала заявку, второй ответ, что мы только еще в очереди стоим на рассмотрение. То есть мы адекватно понимаем, что это еще минимум год, если не два. Если еще повезет. Да, это если еще повезет по всей России. Мы же там не одни. Получается, такой ситуации, чтобы мы сначала решили, а потом передумали, комментариев нет. Понятно. Мы желаем вам удачи и пробиться через все вот эти препоны, выяснить, на самом деле, вот этот секретный план Хабирова. Возможно, он сработает. Может быть, он передаст свои знания своим подчиненным, и они начнут работать. В общем, удачи вам, держитесь. Спасибо. Спасибо.